engineer, and guess what happened then? Меня зовут Лебедев Роман, мне 14 лет, я из города Белгорода, это близ Курска, Воронеже. В автоспорт я пришел через картинг. Картингом я занимаюсь 3 года с 11 лет. Это произошло очень случайно, мы просто с папой заехали проехаться на прокатных картах. Там была секция, я тут записываться не хотел, потому что было очень дорого. Папа сказал, если нравится, то попробуй. Попробовали, я начал выигрывать на прокатных соревнованиях. А потом папа купил свою машину и понеслось. Я являюсь двукратным чемпионом Кубка России, трехкратным чемпионом Центрального федерального округа. И в этом году я выиграл соревнование памяти Льва Сергеевича Кононова. Папа ездил на выставку по работе. И там встретился с представителями от Artline. Они рассказали о том, что существуют такие болиды, такие классы. И позвали нас протестировать. В принципе, все мои ожидания оправдались, только я, если честно, думал, будет хуже, намного хуже. Очень хорошая работа механиков, Мевлут очень постарался сильно, помог мне освоить машину. Все, в общем, произошло все довольно хорошо. Все, в общем, это оставило у меня неизгладимое впечатление, особенно от пилотирования болидом.
скорее всего, следующий год мы с вами постараемся поехать в чемпионате Грузии в классе Формулы Альфа. Ну, а там посмотрим.